Всем привет, с вами канал Crypto Club, и здесь вы найдете обзоры перспективных ICO проектов. Сегодня мы говорим о проекте Swipe, Swipe Network, да, если хотите. Это децентрализованная платформа для сбора данных пользовательских, за которые, собственно, пользователям будут платить деньги, будут платить вознаграждение. Вы либо можете отказаться от сбора данных, да, либо, наоборот, согласиться. Вот, это если вкратце, можете посмотреть мой первый обзор, там я рассказываю о нем более подробно в этом обзоре. Посмотрим рейтинги проекта, как их оценивают, да, вот, зашел я на сайт InvestFuture, 65-35, общий рейтинг, да, собственно, 3 звезды из 5, ну, рейтинг выше среднего, но не максимальный. Так вот они их оценивают, но вот видите, динамика положительная, вот рейтинг, собственно, подрастает, в июне был 64, сейчас 65,3, да, посмотрим, что будет в августе, а ну вот здесь только за 2 месяца они берут рейтинг, вот рейтинг сайта TrackICO 4.10, это очень хороший рейтинг, 5.0, да, самый максимальный там. Вот, что еще, какие еще здесь, Tropic, да, вот оценивают на 3.0, ну, это тоже средний такой рейтинг, вот почему они, интересно, так оценивают, нужно смотреть более подробно. Сейчас посмотрим рейтинг на сайте TrackICO, что они вообще пишут, да, что говорят. Ну, здесь немножко они, извините, о своем сайте, ну, рассказывают о проекте Swipe вообще, да. Здесь представлено видео с сайта Swipe взято, и рассмотрена вся команда, ссылок нету, а нет, есть ссылки, да, можно перейти, посмотреть профили команды, вот, адвайзеры тоже проекта все есть, да, можно посмотреть, вот, собственно, рейтинг 4.1, как и заявлено на сайте InvestFuture, да, предстоит им, вот, собственно, продажа токенов, я об этом уже говорил, зарегистрироваться пока что, ну, ссылку я, по крайней мере, на сайте не нашел, да, но я думаю, скоро она будет доступна, я думаю, прямо на днях уже будет она доступна. Собственно, какая информация, ICO у них на платформе Ethereum, да, будет, ну, сам токен их на платформе Ethereum, страна Сингапур, то есть из Сингапура, ну, можно сказать, это и Китай. Вот интерес в соцсетях, да, вот сколько у них в Телеграме, в Твиттере. В Твиттере у них пока что немножко человек, да. Вот я бы сказал, проект недооценен, вот, потому что идея очень хорошая и действительно полезная, она принесет пользу всем заинтересованным сторонам, как пользователям, так и рекламодателям. Вот, поэтому я считаю, что платформа недооценена, но посмотрим, как вот они выйдут на ICO. Я думаю, сборы будут очень хорошие, потому что не всегда, если мало, допустим, подписчиков в Твиттере, да, это еще ни о чем не говорит. Спасибо, ребята, за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал. Всем добра.